дорогие телезрители, рад приветствовать вас в новом выпуске. А мы продолжаем наш движ дальше. По-прежнему на юго-восток. Смотрите, зелень, голубое небо, белые облака. Красота! Кстати, тут интересные факты выясняются. Завтра будет 800. При въезде в парк мы въезжали на высоте 1600 метров над уровнем моря. Сейчас, вот буквально пару метров назад, пару десятков, сотен, мы проехали нашу максимальную точку на сегодня, но не максимальную парка, 2500. То есть мы на 900 метров поднялись. Завтра у нас 2700 будет максимальная высота. Она будет сегодня ночью. Вот, можно сказать, сегодня ночью даже. Под вечерок. Подъезжаем. У нас Yellowstone Lake на горизонте. Прибыли. И кругом таблички вот такие вот, видите, олени. Осторожно, говорит, не приближайтесь к дикой жизни. Руся говорит, наслаждайся, это последние гейзеры. И на сегодня, и на завтра. Потом у нас будут горы, озера, долины. Но гейзеров больше не будет. Это реально маленький, он в ладонь поместится. Смотрите, он полез, сломал колосочек и сидит, точит его. Братан, я знаю, кто ты. Чип и Дейл. Смотрите, как он ест. Вообще молодец. Honey, this one here looks like a heart. You guys just walked by a really pretty one. Did you see it? Сидите. Кушай, кушай. Это грызун, блин. Давай, Чип и Дейл, смотри, за другой хотел колосочек. Ну куда ты убегаешь, блин? Резкий, хрен поймаешь, где он. Blue Bell Pool. Смотрите, бассейн голубого колокола. Не знаю, что здесь. На колокол похоже. Но красиво. Ну и та же самая тропинка, видите, все из дерева. Чтобы не провалиться. И не свариться заживо. Вот вдоль озера. Вот она. Yellowstone Lake. Озеро, как озеро, не знаю. Вот чё-чё не напоминает Тахо. Абсолютно не напоминает. Хотя я думал, будет похоже. Во-первых, в Тахо горы, ледяные шапки. Даже летом можно найти. Во-вторых, в Тахо вода другая. В-третьих, на Тахо, блин, встретить облако, это такая редкость, я не знаю. А тут все небо, видите? Так что вывод. Калифорнийское Невадское озеро лучше. Вот. А тут... Ну да, ну... Нет. Вот. Так можно сказать. Ну да, но нет. Братаны, вы что, охренели? На меня комар сел на руку. Вот такой вот. Руку скрыл с собой. Я... Ё-моё, сколько их тут. Это же озеро. Ну нафиг, что вы меня жрали тут? Не надо. Смотрите, прозрачные озерца. Поди, рыбка есть. Вот они, мотыльки эти, видите, в небе летают. Ё-моё, вот, прям в камеру лезут. Охренеть, это комары. Это комары. Жесть какая, такой один укусит, отвечает. Одного укуса пол-литра крови нафиг сразу всосёт. О, смотри, Марус, чашечки. Все кипит потихонечку. Смотри, Маш, здесь прям вот дырки в воде. Блин, это мошкара. Ёшкин кот, посмотри вперед. Видите, что творится тут на небо, если взглянуть? О, Маша, рыбка, рыбка, рыбка. Lakeshore гейзер, смотри. Вот греется прям рыбка, видите? Ах ты ж, скотина, я только остановился, он меня сразу в ляжку. Хащ, хащ своим носом комариным. Ё-моё, я отвечаю, был бы я ребенком, я бы таких комаров увидел. Я бы небо боялся. Вон пацан и орёт, он, видимо, комара увидел. Боже мой! Охренеть! Они меня сейчас сожрут все, надо бегом бежать. Смотрите, фишинг он. Комары, блин, прям в камеру лезут. Прикольно. Здесь лавочки. Чтобы можно было сидеть и наблюдать за этим всем действием.
когда он будет выдавать порцию в небо. Вода прозрачная, клево тут прям купаешься в гейзерах. Сколько мошкары, я не знаю, я таких... Маша, я видел, он сел мне, у него видела, какой нос был? Он так на меня взглянул с такой ухмылкой, ща, говорит, за один раз реально пол-литра крови. Это комары еще какие? Вот их сколько просто. Смотрите, я сейчас остановлюсь. Фу, 6. Офигеть. Так. Биг кон, смотри, большой конус. Так, ну вот еще одно озеро. Красиво, тоже прозрачнейшее. О, да, Марусь. Фу. Почему здесь нельзя купаться и почему оно такое горячее? Вот 30 градусов было бы идеально. Ё-моё. Это нечто. Вот с этой стороны я так и не понял, почему он называется Blackpool. Вон, видимо, вон та вот черная дыра. Марусь, посмотри. Blackpool, видимо, вон из-за той черной дыры. А вот и я. Привет. Эбиспул. Глубина, не знаю, 5 метров. И так хорошо дно просматривается. Да тут вдоль всего озера гейзеры, гейзеры, гейзеры. Я не удивлюсь, что озеро само, блин, гейзер. Вот те раз, вот те два, вот те три. Не, правда. Старый лес умер, новые елочки растут. Вот, смотрите. Вот, много-много новых елочек. Так же и с этой стороны. Обалдеть. Так, ну отсюда нам до дома, где мы ночуем, 2 часа и 5 минут езды на 127 километров. Мы покидаем парк и ночевать будем опять, ну, выезжаем из Вайоминга в Монтану и там ночуем. Но у нас еще через 15 минут и 17 километров мини-хайк. Вот, после него только домой поедем. Пока мы еще здесь, мы через весь... Йеллоустоун опять едем назад, вот сколько проехали. Только другой дорогой, конечно. Лось! Нет, это не лось. Это похоже на вапити, антилоп. Это лосиха. Лосиха? Да, лосиха. Лосяндра? Клево. Высматриваю опять всяких лосиков, слоников, чуть не сказал. Плохо было бы слоник в Йеллоустоуне. Ну, может, Мишаню встретим. Тут это было бы вообще просто предел мечтаний. Хотя, если мы умудрились в Йосемите встретить, то в Йеллоустоуне шанс встретить Мишку намного больше. Вот он, огромный лось. Я думаю, все... О! Ну, лосик! Ну вы, ребятки, я тоже хочу посмотреть. Ну, проезжайте, проезжайте. Я же тоже остановлюсь, а вот меня хрен кто выгонит. Муа, лосик. Сейчас мы взглянем, лось это или олень, реально. Ну, по размеру лось, да. Я чуть не влетел этому в задницу. Резко все тормозить начали. Где? Вот один. Маша, это не лось. Нет, это олень. Это вапити. Я уверен, что это вапити. У лося не такая морда. Маша. Мы потом загуглим, их трое. Вапити это олень, вапити. Типа размером похож. Вон пятнистый. Лоси не бывают пятнистые, это вапити. Нам сюда надо было заворачивать, но мы сделаем небольшую шалость. Вот люди стоят, а вот огромный олень с рогами. Вот, вот он. Вот он, сидит. Это олень, не значит, что оленихи были. Это вапити. Клево. Сейчас мы его пофоткаем. О, да, красавец. Идем ближе? Нет, поехали дальше. Да, куда еще ближе. Вот он. Явно не лось. Аккуратно.
аккуратно, говорит, зубрики тоже ходят. Что значит по всему знаки парку? По всему парку, да. То олень, то зубр, то медведь. Вот, кого угодно. И написано, держитесь подальше от дикой жизни. Ну что, машина у парковки. Вот озеро, видите, там яхты стоят. А мы продолжаем наше движение по природе. Вон где-то там вот этот вот рогатый сидел, спрятанный. Мы сейчас мимо него пройдем. Сколько, Маш, миль, хайк? 2,7, то бишь 4 километра, 200 метров, что-то такое. За час управимся. Даже раньше, 40 минут. О, Маш, смотри. Если вы видели Мишку, спреем ему в глаза, ни в коем случае не убегать и не лежать. Типа, ляжьте, Миша понюхает и уйдет. Хрен. А если спрея нет? Блин, мошки начинают кусать здесь. В тени леса. В тени деревьев. Их тут полно. А вот кемпинг. Вот. Люди, машины, палатки, гамаки, костер. Цивилизация, одним словом. Так. Ну, идем искать оленчиков. В поисках оленей и медведей. Хотя медведей, не дай Боже. Дикая живая активность отсутствует. И, слава Богу, если честно, у меня реально жим-жим. Голова, как у совы, на 360 градусов вертится. Ну, назад я не смотрю, а вот теперь посмотрел, блин, ну нафиг. Не по себе мне, когда вижу плакаты, как правильно защищаться от медведя. Пума, рысь, мне это пофиг, я это реально каждый раз вижу, когда выезжаю за пределы города. Койоты, но медведь, у нас его нет в Сан-Франциско. 2 часа езжай в Йосемите, да, можно встретить, но у нас его нет. И медведь, извините меня, это не пумочка, не рысь и не койот, тем более. Тем более гризли нафиг. Мишаня, мы идем. А чё, как вариант? Вдруг медведь подумает, пистолет. Вот так. Смотрите, какой бластер себе нашел. Вот теперь мне вот чуть-чуть спокойнее стало. Да и еще на самом деле нормальную дрыну какую-нибудь, блин. А то или бревна, а-ля пол дерева, или веточка, которой в зубах ковыряться. Ну хотя бы палочку такую с полметра и с мое запястье в диаметре, вот. Было бы реально спокойней. Да ладно, мы спасены, все. Мне пофиг. Во, меч, кладенец. Сюда иди, я тебе вот так. Вот так. Белка побежала, видела? Испугалась. Дурной пример заразителен. Тебе и такая пойдет. Ищи. Мама Русь, как это, как варвары. Знаешь, это как в наше время с копьем и с луком на танк. Сережа, вот, на медведя. А чё? Посмотрим. Я еще так рычать могу. Посмотрим, кто кого перерычит. Я тебя видел. Выходи и сдавайся, кто бы ты ни был. Вот белый такой, как кошечка маленький, пробежал. Кто это мог быть? Ну. Вот он! Вот, белка, вот, видишь, большая. Твою мать, уйди отсюда. Фу. Маша, у меня истерика, я реально... Я вижу. То, что сам дурак сам себя накрутил. Накрутил. Я сейчас, я себя раскручу, когда мы в машину садим. О, боже мой. Фух. Эге-ге, гади-гади. Цап-цабе, цап-цабе. Мишаня. О, бизончик, Марусь, тут ходил под себя. Ну, или под дерево. Так. Что здесь? National Bridge. Нам туда? А, вон он. Где? Сверху, и нам туда лезть надо? И потом назад. Да, вот, петля и назад. Все, давай, быстро посмотрим. Меня дома дымно никто не съест. Фух.
Маша, это точно дорога? Что? Куда ты лезешь? Отсюда просто ее вижу. Хорошо, я давай. Я не пойду вот отсюда. Вот, вижу, все, не ори на меня. А вон дорога. Вот именно, я тоже видел, вон с той стороны ты куда-то лезешь. Вон он, натуральный мост. А вот туда почему-то. Где? Там, сейчас здесь спустимся. Вот он, натуральный мост. Птички издают голос. Слушай, как ты сейчас убиться хочешь здесь? Ну, гуд. Пошли. Меня едят комары. Так, ну вот она. Видите, арка, натуральный мост. Все. Ты просто убиться туда, куда пал, да? Да, я не хочу. Иди, я тебя подожду, иди, иди. Все, назад. Мы будем сейчас петь, чтобы Мишку отпугивать. Трутся спиной медведи, а земную ось. Чё-то там не знаю, Миша, сюда не ходи. Видите, мы идем, он просто из-за поворота выходит, руки поднимает и такой, и начинает. Говорит, что, медведи все распугали? Говорит, о, у тебя палка против медведя. Так посмотрел на меня, как на идиота. Чё-то сейчас смешно. Ей смешно в коем-то веке. Ну, все равно, я рыцарь Артур, блин, я это круглый стол, там все дела, Мишаня, иди сюда, я ему сделаю жильдерме. Все, люди здесь есть, если что, я могу теперь хорохориться, если что, меня спасут. Фу, реально, у меня вот такого вот жим-жим никогда еще в жизни не было. Мне реально просто не по себе. Фу, страшно, реально страшно. Именно здесь. Я отвечаю, я без медвежьего спрея и тесак себе куплю нахрен. У меня в Калифорнии никто не увидит в лесу без спрея и без... Я реально меч кладенец себе куплю. Фух, хватит. А вот проблема будет, когда мы будем летать, куда я его дену. В багаж не сдашь, ибо у нас его нет. Но, по крайней мере, дома буду в безопасности ходить. Если это не олень... Какое дерево? Вот он ходит, коричневый. Олень, да. Да, олень. Дерево лежащее. Хрена себе. Это вопите. Фух. Мишаня, он вкусней. Вон он ходит. О, два. Их два? Или это один? Так изогнул свою харю морду. Это один. Да. Привет, оленчик. Как тебе здесь живется? Вот он где-то в метрах 30 от меня гуляет. Травку ест, дерево точит. Фу, блин, я реально просто... Камера была выключена, вы бы слышали. Я как заорал. Медведь! В атаку! Уже со шлифами бежал. Маруся говорит, олень, попридержи коней. И палки, которые эти... ну, для хайка. Так они все бубенчиками увешаны. Они просто динь-динь-динь-динь идут. Вот, поэтому им не страшно. Вон они сейчас тоже оленя испугаются, походу. Это, кстати, вторая пара, которая на меня вот с такими глазами смотрела. Ну ты, чувак, боец на медведя. О, боже мой, я все прекрасно понимаю. Вы не думаете, я не это. Маруся говорит, ты параноик. Эх, иногда паранойя жизнь спасает, ну нафиг. Ну, не знаю. Но комары мне ноги съели, это точно. Так, чуть-чуть осталось до машины. Вот. Марина, смотрите, порт лодки. Я уже слышу людей вот здесь впереди. Мы спасены. Вот. Отлично. Выкинул палку. У меня кровоток в пальце опять пошел. Я ее уж держал, блин, смотрите. Аж. Боже мой, все. Вот парковка. Вот люди. Люди! Дайте вина! Ох. Ну все, мы выжили. Это реально было стрёмно. Вот именно. Что вот именно? Ты знаешь значение слова стрёмно? Да, мне было стрёмно весь трейл. Чтобы... Ну, полное сложнее. Марусь, стрёмно – это страшно. Нет, стрёмно – это... Нет, стрёмно. Это страшно. Я тебе отвечаю, я тебе открою словарь Даля и найду значение слова стрёмно.
Ну так вот, мы снова в машине ехать 1 час 50 минут, 107 километров до нашего Airbnb, где мы сегодня ночуем. Что касается вот той истерики, которая была сейчас, реально было не по себе. Да, я считаю, было опасно. Я считаю, это было глупо идти туда без этого спрея и безответственно. Вот. Больше я такого делать не буду. Ну, едем, короче. Сейчас посмотрим, может, еще что-нибудь интересного на дороге будет. А безответственно, почему я считаю? Потому что, ребятки, если медведь, так же, как дикая кошка, тигр, лев или кто-либо, сожрет человека, он может пристраститься к этому. И что в конечном итоге делается? Из-за того, что ты пошел по твоей прихоти погулять, тебя сожрал медведь, он не виноват, он хищник. Убьют медведя. А если ты ему брызнешь спреем в лицо, он убежит, и он будет умнее. К человеку он больше не подойдет и останется жив. Все, простая логика. Хальная олень до сих пор. О, вон два с рогами, смотри, какие большие. Так, олени. Это, ну, конечно, в смысле, думаешь, я знаю. Там машина едет сзади, блин. Сорян. И все там прячутся, фотографируют их. Ладно, пофиг, поехали. Как я уже говорил, до места нашей ночевки 105 километров. Мы выедем из Вайоминга, полностью из Йеллоустонского национального парка. И будем ночевать в Монтане. А завтра мы из Монтаны этот же путь, эти 105 километров до развилки, которая вот была сзади. И от развилки мы уже поедем новой дорогой. Но вот эту дорогу мы завтра прокатим назад. Но не просто так мы ее будем делать, а у нас по пути будут еще обзорки и другие хайки, которые мы сегодня не сделали. Мы их как раз на завтра оставили, чтобы не просто так одну и ту же дорогу проехать. Вот. Вот они, гейзеры, которые мы завтра будем останавливаться, смотреть днем. Ой, запашок какой. Вон дорожка. Вот туда я пойду и вообще без проблем. Там медведя, не лес какой-то, а пушка. Его видно сдалека, по крайней мере, они в лесу. Наступило, он медведю на ухо наступил. А он выныривает оттуда. Говорит, ты что, охренел, что ли? О, как сероводородом, как воняет. А вот оно прям здесь все. Дымит, парит. О, боже мой. Ох. Вот вулкану эрия. Сульфур, колдрон. Вот, смотри, еще здесь прям в асфальте. Асфальт проломал. Охренеть. Вот они. Это завтра все? Да. Ну, гуд. Просто сейчас... Нет, завтра. Давай завтра. Поехали. Мы так поедем в 10 вечера. А, да. Я тебя, братан, узнал. А вон второй Маша гуляет. Вот он, бизон. Маша говорит, камень. Я говорю, как камень? Это я бизон. Знаю. Вон второй. Видишь, в гору пошел? Вон он. Класс. Бизончик. Привей, зубр. Так, поехали вон того сейчас поймаем. Тот ближе и интересней. Вот, вот он. Стоит зубрик. В закат смотрит. Какой, смотри, Марус, красавец. Эй. Привей. Так, сзади никого, никого. Вот, посмотрим на зубрика. Вот, смотри, Марусь идет. Вот идет, бычок качается. Что там, шатаюсь на ходу. Вон травку точит. Нормальные люди взяли с собой бинокль и медведя высматривают. Показывают, вон он, говорит, рукой. И смотрят вдаль. По-любому медведя, потому что зубр, они бы повернулись, и сзади ближе было бы на него посмотреть. Вон еще, видишь, вон медведь, Маша, вон вдалеке, вон он идет. Возле леса. Идем, идем. Вон он, это медведь, это не зубр, маленький сильно. Вон он гуляет, обалдеть. Вон он идет. Вот, я говорю, это медведь, у вас, чуваки, бинокль, скажите. Он говорит, нет, это бычок. А медведь, говорит, вон там вот грызли возле опушки. Ну и сейчас не могут его найти, говорит, где-то там он далеко. Выглядит как большой. Ну и туда что-то смотрят. Ну, короче, мишки есть. Вот там баффало, смотри, Марус. Клевенький какой. Прям настоящий. А вон еще один, смотри. Вон он. Зубр. Целая стая бизонов. Смотрите, сколько их там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять я мог насчитать.
Так, вот фургон остановился, и люди здесь смотрят. Может, здесь за углом кто-то сидит? Бизончик. Нету. Эй! Вот они, бизоны, смотри, целое пастбище. Включи аварийку. Тут этих пастбищ пруд пруди. Вон там, вон, все усыпано бизонами. Боже мой! Все поле усыпано бизончиками. Вот, прям куда глаза глядят, смотрите. Вон они. Все это черные коровки, это все баффало. Лежат, спят. Притом ничьи, в дикой природе гуляют сами по себе. Смотрите, сколько народу повыбегало. Вот, и вот, и вот, и вот все. А почему они повыбегали? А потому что вон сидит. Я полагаю, это черный мишка. Вот, как вариант. Ну, просто баффало, они под боком стоят, и их никто не фотографирует. А все вон на него смотрят. Ладно, ехали дальше. Мне нетрудно было спросить, ребятки. И они говорят, это гризли сидит вон с другой стороны. Гризли, гризли, смотрите, все снимают, фоткают бинокли, фотоаппараты, я не знаю. Все дети из люка вылезли домишку посмотреть. Вон он, огромный гризли. Он гигантский, он реально как баффало. Как бизон размером. О, сколько народу на Мишаню. Как я вообще мог бинокль сюда не взять? Я вот только сейчас о бинокле подумал. Ух, пол рюкзака пустого, блин. Вот мы остановились вот в такую вот базуку, смотрим. Он, короче, сидит, ест вон кого-то, кого убил. А вот тут белое пятно, чуть левее. Вот, вот где мой палец, блин, сейчас. Вот тут вот, это койот белый лежит, ждет, пока Миша наестся. Обалдеть, огромный гризли медведь. Только он какой-то черноватый. Я думал, он рыжее будет. Клевое, блин, говорит, посмотри, другой тоже подбегает, это, говорит, Black Bear, он говорит, нет, нифига, это гризли, блин, просто огонь, смотрите, вот, баффало торчат, три, большой и два буфаленка, сейчас я пару фоточек понаделаю, поедем дальше. Вот они, бизончики, просто у меня до сих пор руки трясутся, блин, от вон того, вон он сидит, черный Мишаня, и доедает свою добычу, ой, черный, блин, гризли. Спускаемся сверху. Выжженный лес. Обалдеть. Полностью. Горели. Все горели. Час и 5 минут, 65 километров до места нашего сегодня почивания. Стоять, братан, куда пошел? Вон он, черный медведь! Или, ну, гризли, вот он выходит. Он просто через дорогу перешел здесь. Вон он ушел. Блин, вот не повезло, а вот передо мной, вот буквально, вот, вот, видите, вот. Чувак остановился поздно. Или, вернее, рано. Мишка, куда ты ушел, Мишаня? Иди сюда, я даже окошко открыл. Куть-куть-куть, вот он, вот он, вот он. Вот он. Во, иди сюда. Я его вижу в камеру, смотри, Марусь, как хорошо. Обалдеть. Где он, куда он спрятался? Вон он, убегает. Нормальный гризли. Офигеть, это уже четвертый медведь, которого мы здесь видим. Вот это я понимаю, национальный парк. Да ёшкин кот, тебе везет. А, вот и мне теперь повезло. Вот они, буфало. Маш, смотри, вот два вот, больших и маленький буфаленочек. Привет! Вы какие клевые. Во, какой. О, какой взгляд. Круто, я хотел сказать, опять ему повезло. Это тот же мужик, которому медведь перед машиной переходил. Я думал, ну опять он все себе забрал. Нет, мне тоже хватило немножко бизончиков. Клево, маленький бизончик, два больших. Поспешу вас обрадовать, что мы снова въехали в Монтану. Вот, выехали из Йеллоустонского национального парка. И нам осталось 4 километра до места, где мы живем. Вот. Так, ну вот деревня, где мы живем. Сильвергейт. On the left. Где-то вот здесь. Вон ресторанов много. А, в 9 закрывается. Ага. А вот сейчас едем в соседнюю деревню, прямо там будет что-то, надеемся, покушать.
Ну, мы прибыли, прикольное местечко, люди сидят, вот, кикер, бильярд, все дела. Но он говорит, мы кухню закрыли, и вот здесь вот следующая дверь где-то слева, это, говорит, единственное место Монто, где еще в этом городе можно поесть. Так что, если нас там не накормят, то два сникерса мне в помощь, и все, и до завтра. Ну что, азиаты нас спасли, говорят, сейчас мы вам все сварим, заплатили там двадцатку что-то за двоих нам. Чикены какие-то, там фигикины, пумас, хоть что-нибудь пожрать, я куртку одену, здесь, блин, такое ощущение, будто минусовая температура. О, жесть, Маруся на заправку побежала посмотреть. Может, что работает в этой деревне? Вон, Эксо закрыто, и Синклер тоже закрыт. Ну, без пивасика сегодня. Тем более, я даже не знаю, интернета нет даже в этой деревне. О, выстрелили. Может, в медведя, что ли? Щелчок был, реально стреляли. С ружья или что-то такое. Я не знаю, ни в Монтане, ни в Вайоминге можно пивасик за рулем, так что рисковать не буду, ну их нафиг. Ты выстрел слышала? Сейчас только что выстрел был, ты не слышала? Бум, как с дробовика. Так, идем за едой обратно. Ну так вот выглядит вот эта вот шарашка в городе Куки-Сити. После 10 это единственное место, где азиатская еда, вообще можно купить что-нибудь. Монтазия называется. У них здесь баффало есть, у них есть чикен и у них есть бизон. Правда, я не знаю разницу между бизоном и баффало. Понятия не имею. Ну что, сейчас буквально через 2 минутки уже придет еда. Судя по тому, что они нам сказали подождать от 5 до 10 минут. Как раз 10 уже будет. И вот в эту сторону обратно буквально проехать 3-4 минуты, там мы будем спать. Время уже 22:20. Вот стреляют. Не фейерверк же это. Вот я сейчас дверь открыл, я сюда прям подъехал. Не знаю, показал, стреляют. Азиатка сказала, вы, говорит, не пугайтесь. Это, говорит, Мишку не трогают. Это фейерверк. Вашу честь, говорит. Вы же приехали. Шутка. Но фейерверк, да. Маруся заказала что-то с чикеном, говорит, жалеет, надо было с бизончиком заказать. Поздно уже. Ну, нам на 25 баксов. Сейчас приедем в комнату, я покажу, какой пакет нам с едой дали. Там, не знаю, роту накормить можно. Да, вот съем я из этого что-нибудь или нет. В любом случае, 2 сникерса, 2 баунти, что я сегодня купил, и у меня сладкая ночь будет. А, сейчас 2-3 минуты до комнаты. Мыться, кушать. И фотки надо, и видео перебрасывать с регистратора, с телефона. Столько материала, просто огонь. Вот. И спатеньки. Завтра в 6 подъем. Что увидим, где мы вообще живем? Хрен наш себе мы живем. Смотрите, огромный деревянный дом. 25-я комната. Вот 2. Ищем. Знаете, чем знаменит? В 40-х годах Эрнест Хемингуэй здесь останавливался. Обалдеть. Сейчас я прям в комнате Хемингуэя буду ночевать. Вот так это все выглядит. А вот и наша комната. Такая, о, реально, смотрите, кругляк. Дерево. Ох. И вот такая вот кровать. Розетки, Wi-Fi, все дела. Круто. Так, я еще не прощаюсь. Я еще реально не прощаюсь. Это же надо быть мудаком таким, у меня вот других слов больше нет. Я вытащил карту из регистратора, положил в карман, прошел 10 метров до комнаты, руку в карман, карты нет. Карман целый, я не знаю, где эта карта. Даже не жалко, что она новая, блин, на 128 гигов, офигенная. Но весь материал там, вот что жалко. Сегодняшняя вся поездка. 6.